Привет всем, мои дорогие! У нас снова неожиданная поездка. Сегодня мы находимся в Баварии, и это очень необычное место. Называется Штайгервальд. Вот так он выглядит. Такую книжечку дают на входе. И можно будет прогуляться. Штайгервальд-центрум. Такой билборд. Сейчас нам надо купить билеты. Купить билеты нужно обязательно быть в маске. Вот такой вот билетик нам дали на вход. Итак, наш путь начался. Смотрите, как высоко. Первое испытание на прочность. Мама мия, я боюсь. Шучу. Ау! Вот через такую лестницу я прошла. Хотя можно было просто обойти. И вот здесь вот можно посмотреть, какие виды деревьев бывают. Это лиственница. Дальше идет сосна у нас. А это у нас ель, бук и так далее. Даже береза есть. Прикольно сделали. Идем дальше. У нас впереди идет еще большой-большой путь. Очень много людей приходит. Мы находимся вот здесь. Люди гуляют. А, смотрите, какая прелесть. Чик. Фотография. Чик. Так, следующая находка. Кусочки бревен. Видать, как они заготавливали. Вот какую дырку может проделать дятел. На дереве находится несколько скворечников. Есть световые батарейки. От них питаются камеры маленькие. И там в скворечнике находятся птички с птенцами. И вот здесь вот в будке можно будет посмотреть, как что они там делают. Смотри, видишь, открытые ротики у них. Я не жду, пока, пока птичка им положит кушать. Я это слышала. А выносить птенцов нету, мама еще улетела на охоту. Сейчас прилетит, они ее ждут, видишь, выглядывают. Там три гнезда. Да. А вот эта, смотри, она походу высиживает еще, это большая птичка. Как высоко сделали эту лестницу, вообще что-то. Новое испытание. Там-тарам-тарам, пройтись по резинке. Боже, я боюсь. А если я сорвусь, помните меня молодой, красивой. Интересный шильд, что нельзя кричать, и как раз там, где я только что прошла, где я кричала. Какие классные птички. И вот они там сидят. Туманчик такой стоит. Боже, как высоко. Мама. Опа! Опа! Мамочка! Ты, надеюсь, не крутятся? Ма! Фух, чуть не упала. Ой, страшно. Страшно, страшно, страшно. Последнее. А вот здесь охотничья будка. Здесь пасутся олени. Попробую пройти. Может быть, будет видно, где они там бегают. Для них вот здесь угодья целые. Вон он ходит, но я не знаю, будет ли его видно вдалеке, навряд ли, наверное. Здесь можно поискать змеи. Слава богу, их нет сегодня.
И вот сама эта башня. Смотрите, сколько этажей, люди там ходят. Можно купить корм для оленей. И потом проходите вперед. Вот здесь вот олени пастбище. Здесь бегают олени, зверюшки. И вот, вот эта труба. Сюда вот вы кидаете этот корм. В эту трубу. И он уходит в кормушку, и олени кушают. Здорово придумали. Мы вышли на террасу. Мы сейчас находимся в такой небольшой террасе. Еще не так высоко, в принципе. Мы прошли всего несколько этажей. Подъем, кстати, совершенно не ощущается. Спокойно идешь, и подъем плавный. Под наклоном 6 градусов. Люди идут не спеша. Даже с колясками есть, с детьми идут. Здорово. Очень интересная особенность. А здесь снимался клип один. Я немножко вставлю потом кусочек этого клипа. Еще хочу отметить, как сделана эта башня. Железные прутья. Дерево очень плотное. Каркас весь смоделирован так, что он держит всю конструкцию к центру. Посмотрите, мы уже поднялись прилично. Еще впереди несколько этажей. И вот здесь вот можно посмотреть, какие летают уже птички. Такое ощущение, как будто деревья дышат. Пар поднимается такой. Сегодня было немножко дождливо, но сейчас погода вроде налаживается. Вот такой вот вид открывается. Еще немножко осталось, у меня уже подкашиваются ноги, потому что так высоко. Последний этаж. Стрелочками нарисовано, куда нужно двигаться. По правой стороне. И получается возвращаемся. Опять справа. Свежий. О, Бамберг. До Бамберга у нас 32 километра. В ту сторону. Выше деревьев, как птица Париж. Очень высоко. Здорово. Давайте посмотрим вниз. Хотя, если честно, я очень боюсь. Ах, замиранием сердца. Мам! Вау! Еще немножко подшатывается башня. Прям чувствуется. У меня немножко аж трясутся коленки, если честно. Под бревнами можно немножко увидеть даже высоту. В ту сторону находится Вюрцбург. Очень далеко видно все. Люди уже идут назад. Вот дорожка, по которой мы шли, вид сверху. Ну а теперь пойдем вниз. Вниз, вниз. А, нет, нет, нет. Итак, мы спустились. У выхода находится детская площадка. Самая разная. Есть туалеты. Я нашла билборд, где можно посмотреть, куда можно полазить здесь. Вот, в длину аж 1150 метров. Высоту 42 метра. Вот на этой башне мы были.
классно. Воздух очень свежий. Собаками нельзя, цветочки рвать нельзя. Сжечь огонь. Киоск, где можно что-нибудь взять покушать. Цены вполне приемлемые. Так, я жду хумус и сосисочку свою. Очень часто в Германии я замечаю такие автоматы, где можно сделать монетку, раскатать ее вот в такую вот лепешку. Очень много всевозможных лавочек. Можно будет присесть, перекусить, полазить детям на каких-нибудь детских площадках, на качельках. Можно полазить по бревнам, поваляться в гамаке, на качельках покататься. Я взлетаю выше неба. Привет. Под ногами какой-то, не знаю, опилки, листья, шишки, всякие разные, большие, маленькие. Можно лечь на такую штуку, полежать и посмотреть на облака. Лес. Можно полежать на гамаке, отдохнуть. Ой, какие красавцы! Все-таки мы их нашли в лесу. Там большой олень. Здесь можно посмотреть, как живут пчелы. Вот это улей. Его открываем. Вау! Пчелки сидят. Можно посмотреть, какие пчелки, да? Классно придумали. Мы идем дальше. До этого места сюда даже приезжает автобус номер 991. Доехать до этого места можно на машине, оставить ее на парковке. Смотрите, какой вид тоже хороший.